Всем привет! Ребят, скажу честно, записываю это видео уже в третий раз, поэтому не волнуйтесь, если у вас что-то не получится. Но сегодня я хочу нарисовать быстрый скетч, морскую волну без линеров, без каких-то эскизов. Мы сегодня с вами сначала смотрим, потом перевариваем и уже потом на второй круг со мной повторяем. Не волнуйтесь, если не получится с первого раза, потому что у меня это тоже получается с 33-го раза. Итак, давайте приступать. Нам понадобится акварельная бумага, у меня 4-й формат, не менее 200 грамм плотности, акварельные краски, у меня Невская палитра, ну, конечно же, вода, палитра сама, давайте вот так чуть-чуть сдвинем, чтобы вам было видно, салфетка для того, чтобы убирать лишнюю влагу с кисточки. И желательно кисть белку, либо колонок. У меня белка 8 номер с острым кончиком. И с французским креплением для того, чтобы вода держалась дольше. Но и обычной белкой вы прекрасно справитесь. Давайте приступаем к просмотру. Да, для начала к просмотру. Потому что работа будет вестись по-мокрому. Будет слишком много быстрых движений. И за первый просмотр, к сожалению, невозможно будет повторить так, чтобы вас порадовал результат. Для начала мы смачиваем всю поверхность бумаги. Не сказать, что сильно, но так, чтобы она была влажная. Также обязательно возьмите что-нибудь, чтобы подложить под ваш планшет, либо альбом, как в моем случае. Я всегда пользуюсь малярным скотчем, так его хоп, подкладываю, и у меня аккуратненько все стекает. Так, небо у нас будет ярко-голубого цвета. Поэтому я беру ярко-голубой из Невской палитры. Прям не жалею. И сверху начинаю наносить. У меня тут с прошлой работы все потекло. Так вот наносим наш ярко-голубой. Желательно сверху делать более насыщенный цвет. И потихоньку вниз спускаясь, мы уже тут градиентом уходим к более светлому. Вот как-то так. Далее у нас с вами идет волна. Волна будет идти вот таким вот загигулиной. И здесь самое главное с краю с нижнего и с правого нижнего края сделать максимальную темноту. Также темнота должна быть на сгибе самой волны. Для этого мы используем любые синие цвета. Можно прямо вот сюда же. Это интреновый синий, можно взять индиго, можно даже добавить либо каплю фиолетового, либо нейтральную черную. Ну вот прямо вот такую вот, не пожалеть, прям темный-темный цвет. И мы аккуратненько вот таким образом, вставляя свет, наносим этот цвет сюда. Вот бумага у меня уже снизу подсохла, что не есть хорошо. Делаем более темные пятна отсюда и с краю. Прям можно, прям вообще черные-черные такие. Нам надо прям темноту-темноту. И вот здесь на сгибе самой волны мы также делаем. Можно также для разнообразия взять бирюзовый. Да, внести какой-то такой более приятный цвет, бирюзовенький. Далее у нас вот тут все уже подсохло. Давайте быстрее-быстрее вот так вот тут все размоем, чтобы у нас аккуратненько потекла вода. И здесь у нас с вами... Вот, наклоняем бумагу вниз, и наш пигмент, да, идет в нашу воду. Далее мы берем либо цвет индиго, либо цирулиум, ну, что-то такое более нежно. И сверху, где вот эта волна у нас начинается, мы прокрываем вот такой вот, как тенюшкой. Да, показывая, что у нас здесь с вами волна, которая накрывает всех и сразу. Также мы промываем кисточку. И влажной чистой кисточкой подходим, да, по самому краю. Наклоняем вниз. Ждем, когда у нас
все аккуратненько там все стекет. Далее промываем кисть. И влажной чистой кисточкой мы просто совершаем брызги. Вот здесь с краю, где сама волна заходит. И на правый нижний край. Вот. И у нас получаются такие красивые с вами разводы. Аккуратненько здесь подмоем. Так, сейчас нам самое главное чуть-чуть подождать. А давайте пройдемся еще по теневой вот этой вот стороне. Здесь, здесь. Аккуратненько это все, чтобы не было звездочек. Вот данный вариант меня уже более-менее устраивает. Далее мы с вами возьмем любую тонкую кисть, либо лайнер такой длинный. Берем нейтральную черную, либо синий с фиолетовым. И делаем пару штрихов наших птичек. Буквально, буквально две птички можно нарисовать. Теперь нам самое главное дождаться, когда это все подсохнет. Не очень мне опять нравится, как у нас ушли, размылось, да, вверх. Ну, попробуем это сейчас заделать брызгами. Главное сейчас нам дождаться, когда это все подсохнет. Теперь мы с вами возьмем, можно взять веерную кисть, если она у вас есть, потому что она очень хорошо делает брызги. Можно продолжить работу вашей беличи и просто пальчиком помогать, либо постукивать. И давайте сделаем пару брызг. То есть мы просто с вами обмачиваем ее в краске и делаем легкие постукивания, делаем наши брызги. Так. Что-то у меня ничего не делается. Расхвалила, расхвалила, а не, по факту, да, ничего не получается у нас с вами. Вот, пошли брызги. Послушайте, что-то мне как-то не очень нравится. Как у нас идут эти брызги? Давайте я все-таки пройдусь обычной кисточкой. Побольше воды, побольше краски. И обычной кисточкой сделаем пару брызг сверху. И вот по направлению нашей волны. Как она у нас идет. Вот. Как-то так. Сейчас мне результат очень нравится. В принципе, получилось неплохо. Единственное, что я чуть, ну, видите, нетерпеливая, да, не подождала, когда до конца просохнет. И здесь у нас появились такие звездочки, да, пигмент расплылся. Но тоже, в принципе, неплохо. Мне даже очень-очень нравится. Попытайтесь повторить. Обязательно выкладывайте свои работы с хэштегом «Рисуй земля скетч». Я вообще очень так радуюсь, когда вижу ваши работы и ваши отзывы. Всем пока. Давайте до следующего урока.